falls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. La 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 la. Где мои рога? Всем привет, меня зовут Вика, и Новый год уже приближается, поэтому в этом видео я покажу тебе несколько идей декора своей комнаты и не только. И в этом видео у меня для тебя есть целых две крутых новости. Это видео я снимаю не одна, а с замечательной Лерой, она тоже сняла видео на новогоднюю тематику, так что после просмотра моего видео переходи на ее канал и смотри ее видео. Ну а вторая новость — это новогодний конкурс. Да, я как и обещала, и многие ребята просили, в общем, да. Будет новогодний конкурс, поэтому обязательно досмотри это видео до конца, ну или перемотай в конец, чтобы узнать условия новогоднего конкурса. Если ты хочешь попасть в мое видео, то обязательно задавай свои вопросы внизу в комментариях к этому видео, либо же к первому незакрепленному посту ВКонтакте на моей странице. А мы начинаем! Ну а для первой идеи нам понадобится бечевка, искусственная еловая ветка, а также коряга или любая палка, которую вы можете найти в лесу или в парке. Для начала я режу нашу ветку на маленькие веточки, а затем отрезаю нужный мне по длине конец бечевки и с одного конца привязываю к веточке, а со второго конца к коряге, так как это показано на видео. Получилось нереально круто. I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do. Ну а для этой идеи нам понадобится клей, красная и зеленая бумага, ножницы, а также трафарет листиков, ссылку на который вы найдете в описании. Для начала я карандашом обвожу на зеленой бумаге наши листики, так как это показано на видео, а затем приклеиваю, так как это опять-таки показано на видео. Чтобы сделать ягодку, я разрезаю красную бумагу на полосочки, а затем склеиваю так, как это показано на видео, но лучше и удобнее будет не склеить, а сцепить степлером. После этого я создаю композицию, и получилось нереально круто. Ну а последнюю идею, я не знаю, насколько можно ее считать DIY-идеей, но в общем, мне понадобятся вот такие вот снежинки, фотография, а также прищепки. Помните, у меня была осенняя гирлянда? Так вот, осенние листочки я заменяю снежинками. Это выглядит невероятно круто, особенно ночью. Идея простая, но мне она безумно нравится. А теперь давай перейдем к условиям конкурсов. И да, тебе не послышалось, я устраивала целых два новогодних конкурса. Для того, чтобы принять участие в первом конкурсе, тебе нужно быть подписанным на мой канал, подписанным на мой инстаграм, поставить палец вверх под этим видео и написать внизу в комментариях, что у тебя ассоциируется с Новым годом, или же написать какой-нибудь интересный и очень крутой вопрос. Победитель получит вот эту красоту. Здесь находится вот такая вот крутая ручка, но у победителя будет выбор. Вот эта ручка или вот эта. Дальше победитель получит вот такой вот цветной скотч на выбор. Там есть золотой, серебряный, красный, зеленый, розовый и синий. Также победитель получит вот такой вот набор крутых помпончиков и, естественно, вот этот мешочек. Также победитель этого конкурса получит письмо от меня и еще один маленький сюрприз. Ну а во втором конкурсе я выберу своего самого активного подписчика. Чтобы выиграть в этом конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал, поставить палец вверх под этим видео. А дальше все уже зависит от вас. Чем больше вы будете смотреть, лайкать и комментировать мои видео, тем больше у вас шанс на победу. Я выберу своего самого активного подписчика, он получит на выбор одну из этих двух ручек, также вот этот мешочек, письмо от меня и еще один небольшой сюрприз. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях какой-нибудь интересный вопросик. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!